Привет! Всем привет! Интересная сегодня тема. Сегодня хочу поговорить о боксе. Потом мне что-то говорят, я тут ополчился за последнее время на карате. Ортодоксальное, все у меня только на одну тему. Нет, давайте поговорим о боксе. Сейчас вот я, как обычно, проеду. Участок тут такой, дороги нехороший. Выеду на трассу и начнем. Вот. А вы пока присоединяйтесь. Давайте поздороваемся. Всем привет, вот я уже вижу, кто-то вышел в эфир. Мне очень приятно, когда вы что-то пишете. Хотя бы даже пару приветственных слов, это уже хорошо. Это позволяет поддерживать такой реальный, живой, ну, если не диалог, то такой вот монолог, но, по крайней мере, с такой небольшой хотя бы обратной связью. Так, ну что, практически уже выехал, сейчас начнем. Достаточно ли бокса для уличной драки? Но я не только про уличную драку хочу сказать. Я вообще хочу сказать за бой, который ведется, ну, если так можно в кавычках назвать, без правил. То есть, когда можно все. Можно драться как угодно. Вот. Здесь сразу встает очень важный вопрос и очень важное понятие. Что понимать под дракой? Раз уж я так обозначил. Потому что на улице, как мы знаем, боксеры себя зарекомендовали просто великолепно. Это одни из лучших уличных вообще бойцов, какие только есть. Но хочу сказать, что связано это прежде всего с некой культурной такой, ну, культурной имеется в виду не в плане, что это культура, высокое искусство, там, в плане с определенной культурой драки, которая есть, ну, среди европейских народов, в России. То есть у нас это даже так и называлось, этот кулачный бой. Понимаете? То есть драка на кулаках. И на самом деле это не так маловажно, вернее, это очень значимо. Это весьма значимо, потому что в семантике вот этого слова заложен его основной смысл, что драка ведется с помощью рук. Ну, правильно, вообще на самом деле с помощью рук очень хорошо драться. Они лучше предназначены для этого, казалось бы, чем ноги. Да. Так и есть. Но это подтвердят только те, кто не умеет драться ногами. То есть любой мастер тэквондо скажет, а в чем, собственно говоря, проблема, если я ногами работаю так же легко и так же быстро, как кто-то другой руками. У меня же руками типа хуже получается, чем ногами. Это первый вариант. Вернее, первая тема. Вторая тема. Если мы не говорим о спорте, а говорим о реальной жизни, то ноги в обуви – это страшная вещь вообще. Реально страшная вещь. То есть, фактически, ну, обувь, конечно, разные бывают. Если это балетки, то это одно. Но если это даже легкие лодочки, а я уж не говорю про зимнюю обувь, какие-нибудь такие шузы-трактора с рифленой подошвой или какие-то берцы с рантами, с такими мощными, то это фактически кастеты на ногах, самые настоящие, удар которыми, ну, реально равен, не равен, а гораздо превосходит так удар кастетом даже. Таким рантом обуви, пыром можно так ударить по ноге, в тазобедренный сустав. Вот. Да даже просто по заднице пыром. Так что, ну, по ягодичной мышце, там находятся и запирательные, и седалищные нервы и так далее. Я уж не говорю про удары по коленным суставам, про удар сверху топчащий, в подъем стопы и так далее. То есть, короче говоря, это страшная вещь. Если по голове прилетит ботинок, то тоже мало не покажется. Более того, огромное количество техники защит становится применяемых в кулачном бое. Как эффективные, когда идет защита руками против рук, становятся против техники ног зачастую несостоятельными, если ноги в обуви. Так, например,
какие-то подставки локтей могут оказаться фатальными для локтей, если удар идет реально хорошо защищенный, хорошо защищенными обувью ногами. Это уже проверено не раз, я вам это ответственно заявляю, что так и есть. То есть если человек прикрывает свою печень правым локтем, а вы нанесете удар туда ботинком, то иной раз с локтем можно и попрощаться. Тоже касается и локтевой защиты. Локтевая защита иногда очень эффективно работает против ног, но в спорте. То есть когда ноги голые, когда можно блокировать в подъем стопы куда-то еще. Вот. Но когда человек знает о том, что у него ноги однозначно крепче локтей, то есть они в обуви находятся, и может бить по локтям целенаправленно, это, конечно, очень сильно может изменить сам ситуацию. Почему я никак не перейду на бокс? Сейчас перейду уже. Вот. Так вот, если драка идет на кулаках, то бокс очень состоятелен. Состоятельность уличного бокса отлично доказали такие бойцы. Ну, такой боец, например, как Кимбо Слайс, да? Ну, который безвременно покинул нас. Но это человек, который в интернете, на Ютубе очень сильно прославился тем, что даже не своей карьерой в ММА и профессиональном боксе, сколько своими уличными боями. Вот. А также тем, что он организовал такой бойцовский клуб, где у него, собственно говоря, собирались на дворе, можно сказать, его дома бойцы и проводили вот такие кулачные бои. Это очень серьезная, как бы, тема. Причем там, кстати, можно было зачастую бить и коленями, и чем-то, но все в основном это были бойцы кулачные. Они дрались на руках, голыми руками. Иногда просто страшно они бились. Я сам прекрасно помню один бой Кимбо Слайса, когда он одному человеку высадил глаз прямо реально из орбиты, и у того глаз был вывих, значит, глазного яблока, оно было полувывалившимся из орбиты. При этом человек не потерял сознание, между прочим. Они еще друг другу руки пожать умудрились после боя. Вот. Ну и, в общем, собственно говоря, вот в этом плане бокс просто великолепен. Но он великолепен тех, кто готов принимать эту стратегию. Я еще раз скажу, что я бокс очень люблю, я очень уважаю. Я вот сейчас сам решил опять, значит, походить на бокс, как это было когда-то. Сейчас у меня травма колена. Я решил специально походить боксерами позаниматься, потому что считаю, что техника рук в боксе самая лучшая техника. Стратегия, тактика и все такое прочее. Ну, как говорится, с поправкой на ветер, вот про то, что я рассказываю сейчас. Мы говорим о том, хватит ли бокса. Так вот, если драка идет с тем, кто готов принимать концепцию кулачного боя, то бокса вполне достаточно. То есть из всех школ кулачного боя, где используются в драке в основном только руки, бокс, конечно, самая лучшая боевая система, которая только есть, за одним только минусом, который можно, в общем-то, легко поправить. Надо руки, значит, укреплять, закалять, чтобы можно было боксировать с голыми руками. Чтобы не только техника была самая лучшая, но и эту технику можно было безболезненно для себя применять при боксировании голыми руками. Вот, но смотрите. Как только попадается боец, который владеет хорошо техникой ног, возьмем, предположим, хорошего кикбоксера, который прекрасно понимает, что такое техника бокса, но еще и обладает ударами ног, и еще лучше тайского боксера, причем современного тайского боксера, который уже прекрасно тоже понимает, что такое техника английского бокса, потому что еще 10 лет назад тайские боксеры плохо соображали, что такое европейский бокс, у них была своя манера ведения боя, своя техника. И когда дело доходило до обмена ударов руками, то они почти всегда проигрывали тем, кто хоть мало-мальски владел хорошо боксом. Вот сейчас этого уже не происходит, тайцы научились хорошо боксировать руками, они быстро все перенимают. Так вот, взять современного тайского боксера, он будет иметь в уличной драке, по правилам, без правил, что называется, гораздо больше преимуществ. Я сейчас объясню, почему. Очень часто можно слышать, очевидные вещи, говорю, кто-то сейчас скажет, но капитан очевидность, понятно, потому что ноги. Ну так вот, я хочу сказать, что для многих боксеров ноги не являются у самого противника, удар ногами у противника, для многих хороших бойцов из бокса не являются каким-то препятствием. Если они умеют хорошо двигаться, выходить на правильную для себя дистанцию и так далее. Но я говорю, это работает тогда, когда сам чистый боксер встречается с каким-то чистым каратекой,
который работает только на длинной дистанции, а боксеру удается хорошо и качественно быстро сократить дистанцию. Интернет тоже полон таких роликов, когда говорят: ребята, бокс вам это не балет, и там благополучно там бьют морды каратистам, условно говоря. Да? Вот, все это понятно. Я говорю за тех, кто хорошо понимает, что такое техника бокса, и использует эту технику бокса в своей подготовке для боев по смешанным поединкам. Вот, многие кикбоксеры говорят: да какие проблемы-то? Для меня проблем никаких нет. Если мне будут, условно говоря, бить ногами по ногам, то я научусь то и, там, защищаться от техники ног. Либо в защиту ставить голень, да, поднимать, либо там уходить на дистанцию, на правильную, все. О чем мы, собственно, начинаем с вами говорить? Мы сразу говорим о том, что, ага, вот в этот момент и становится понятным, что техники бокса боксеру против человека, который владеет ногами, становится недостаточно. То есть ему необходимо применять какую-то другую еще дополнительную технику для защиты от ударов ногами, например, по ногам на длинной дистанции. И особенно в том числе, если это удары в обуви. Да даже и не в обуви, а в спорте, просто подготовленной ногой. Например, голенью. Правильно. А как иначе может быть, если в боксе изначально не задумана, не запланирована ударная техника по ногам и вообще ниже пояса? И вообще можно бить только в определенные зоны, да, нельзя бить по затылку, нельзя бить по почкам и так далее. Что, собственно говоря, можно делать с определенной долей допуска, но этого сейчас никто не видит, да, а иногда и видно. То есть в боях по ММА, когда там удары по задней поверхности, ну, по спине, вообще очень даже запросто сбьется все. Единственное, в область позвоночника удар не наносится. А по спине, по почкам в эти зоны, да, по затылку удар, ну, в чистом виде нет. Но за срезом ушей туда прилетает очень часто. Захваты за голову осуществляются таким образом, что, захватывая областью тейши, можно так по затылку накатить, что будь здоров. И никто не обратит на это внимания никакого. Соответственно, опять же, удары коленями. И многие техники, такие как уклоны и нырки, глубокие, с наклоном тела, сдвоенные уклоны и нырки, могут потерять очень быстро актуальность, потому что либо сверху человек, который борется, накроет, либо ударит сам сверху, вот, либо ударит коленом снизу. Ну, то есть, собственно, боксер должен вводить на это дело поправки. То есть он должен это дело понимать. Поэтому если боксер хочет на улице хорошо драться против бойца, который владеет вот всеми этими техниками и еще хорошо понимает при этом технику бокса, ну, по крайней мере, понимает технику бокса, что не буду говорить, что очень хорошо, но боксер должен понимать, что вот против него могут быть применены вот такие вот моменты. Клинч, такой клинч, как в тайском боксе, в котором может прилететь запросто в разрез локоть. И боксер хороший, который хочет драться на улице, уметь, ну, как бы реально, используя бокс как боевую систему против любого подготовленного бойца, должен вводить поправки на все эти вещи. Это неминуемо придет к тому, что часть техник он вынужден будет отбросить. Многие подставки, потому что два раза подставишь, например, в плечо, или руку определенным образом, и удары голой рукой по незащищенной подставке очень быстро выведут из строя руку. Это очень даже запросто. То есть если голенью хорошо приложиться пару-тройку раз человеку, который ставит в защиту ребер своеобразным образом, как он быстро это ставил против руки, которая защищена перчаткой, а пролетит на самом деле ногой, который удары мощнее и тяжелее, и более продавливающие, и, собственно говоря, все печально может быть. То же самое касается защиты головы. Когда туда летит нога с огромной скоростью, или колено, или локоть, и обычная какая-то защита подставкой, когда весь расчет на то, что на руке еще была перчатка в том числе, может не проканать. То есть придется вводить обязательно поправки на то, что есть и другая техника. И техника бокса неминуемо будет искажена. Это с 100% произойдет. То есть придется думать о ногах противника, то есть применять какие-то защиты, которых в боксе нет, от ног противника. Не только защиты, сам дистанции на разрыв, этого может оказаться крайне недостаточно.
Потому что, например, кикбоксер, прекрасно понимающий технику бокса, он войдет на ту дистанцию, на которую надо, без проблем. Или дождется, пока боксер сам попытается войти на такую дистанцию. Вот. Тайский боксер поступит таким же образом. Точно так же придется изменять свою определенную технику в уклонах и нырках, технику в защите. И в итоге это уже не будет тем боксом, которым мы так восхищаемся по телевизору. Потому что он станет более кривым, корявым, да, потому что лишен будет огромного количества своего арсенала. Хотя бокс очень, ну, скажем так, экономичный вид в арсенале. Вот. Другие виды богаче, может быть, за счет ударной техники другими частями тела. Я про ударные виды говорю, но в плане рук у них техника обеднена, очень часто бывает. Ну, кроме тех ударов, которых в боксе нет. Например, такие как бэкфист, там, например, да. Вот. Я не говорю еще про удар локтями, я говорю только про кулаки, ну, про руки, про кисти. Вот. И в боксе произойдет обеднение точно так же, потому что многие вещи невозможно будет использовать так, как они применяются в боксе. Кстати, это тот самый случай, когда смысл имеет вести о том, а почему же бойцы, значит, ММА такие, в общем-то, корявые в технике рук. Я корявые в кавычках говорю. И вообще корявые в технике. Я вот именно в этом. Потому что стратегия и тактика ведения боя против противника, который владеет самыми разными техниками и готовым их использовать, вводит определенные поправки. И классически применить технику бокса становится невозможно. И поэтому боксер часто критикует, говорит, вот этот вот боец ММА вроде раньше боксом занимался, как в ММА ушел, техника бокса у него там испортилась, кривой, она испортилась с точки зрения бокса. С точки зрения абсолютного поединка, в котором гораздо можно более расширенно применять арсенал. Она, конечно, наоборот, улучшилась. Потому что в итоге она позволяет вести бой более рационально и с большей долей вероятности побеждать именно в такого рода поединках. Вот. И вот это вот очень важный момент, который не учитывают. Вот. Поэтому я просто повторюсь, что бокса достаточно, да, для драки на улице против того, кто готов принимать концепцию кулачного боя. Это раз. Два, это против человека неподготовленного, вот. Против человека подготовленного, но то, я говорю, но того, кто в разрезе этой, как бы, парадигмы кулачного боя и готов работать под давлением национальной, как говорится, и континентальной, смотрите, культуры, драки на руках преимущественно, вот. Также, как неожиданная техника, также вот, где очень хорошо работает, это в ограниченных каких-то помещениях, где пространство небольшое, и надо быстро, как из пулемета, выдать на руках большое количество ударов при ведении боя против нескольких противников. Предположим, вышли, как говорится, разобраться из ресторана, там окружили трое человек, и как с пулемета выдал три двойки, и все трое легли. Вот тут вот, это все прекрасно работает, что уж и говорить. Вот. Это тоже не раз, как бы, ну, все это наблюдалось, и можно видеть это, много видео подобных, которые записаны в каких-то коридорах общежития или где-то еще, где-то все это происходит. Вот такие, такого, как бы, все, ну, рода. Но и против, конечно, того, кто грамотно, хорошо владеет техникой бокса, но имеет более расширенный арсенал в виде ударной техники ногами, коленями, локтями, боксеру придется обязательно дополнять и стратегию ведения боя, менять немножко и тактику, и дополнять какими-то приемами защитных действий свой арсенал, а какие-то общепринятые свои защитные действия убирать как очень опасные технические действия, которые могут быть, которые могут, наоборот, дать больше, скорее минус, чем плюс. Вот так, друзья. Ну, в общем, короче говоря, я уже подъехал на тренировку, поэтому свой подкаст я этот заканчиваю. Думаю, он такой не самый спорный из всех моих, которые у меня за последнее время были. Тем не менее, если у вас есть какое-то мнение за или против, обязательно пишите.
в комментариях, делитесь мнениями, делитесь этим видео, кстати сказать, потому что я думаю, что многим было бы это интересно. Подписывайтесь на мои каналы, на социальные сети и так далее. Всем пока!